очень рад. Я знаю, какая у тебя душа добрая, какой ты семенин. Я тебя поздравляю, чтобы у тебя всегда все получалось. И самое главное, чтобы твои родные никто не болел. Это самое главное. Я бы хотел, чтобы Авраам, вот этот второй его этап, чтобы он был еще лучше, чем первый. Потому что когда Авраам появился на эстраде, для всех стал такой интерес, кто он, что он и так далее, и поет так интересно. Чтобы вот этот второй его этап был намного лучше, намного интереснее. Я думаю, что это любимчики не только России, Армении, а еще и других.